Те пробы, которые не отобрали, завтра отправятся в Владивосток для анализа. Сегодня мы поэтому с воздуха делали облет. И из того, что было видно, это изменение цвета воды океана в нескольких местах. Трактовку предстоит еще дать ученым. Все пробы забраны. В принципе, состояние воды, прибрежной территории удовлетворительно. Никаких особых проявлений в виде мертвых животных, скоплений и так далее не обнаружено.